Раньше Сорский храм ютился на окраине в скромном приспособленном помещении. Новое здание возвышается в центре города, рядом школа, детский сад. Храм, во-первых, это дом Божий, да, то есть и человек, русский народ, то есть он православный народ. Для каждого города храм – это признак того, что люди православные, люди верующие, да, и стремятся быть рядом с Богом. Православный объект возводят уже несколько лет. Деньги жертвуют предприниматели и жители города. К примеру, через акцию «Добрые дела». Все желающие приобретали специальные сертификаты на кирпичи, из которых возводят стены храма. На них написали имена прихожан как символ того, что строят действительно всем миром. Было продано более 600 кирпичей. На эти средства были приобретены материалы. Сложности возникли с куполами. Прихожане давно обращались к главе Хакасии с просьбой посодействовать в решении этого вопроса. Накануне Виктор Зимин посетил Сорск с рабочим визитом. Давайте поставим график тогда. Мы введем храм, как положено. Если мы будем слишком затянуться. В ближайшее время купола изготовят и начнут устанавливать. Да, благодарен, конечно, жителям Сорска, что такое решение. Большое, наверное, спасибо. Самое главное, у нас отец Артемий. Молодец. Молодец. Все делается с благословения владыки. Но мы никогда не опускаем руки, будем строить и стараться как можно быстрее закончить строительство, уже осветить. По словам настоятеля, храм Казанской иконы Божьей Матери откроет свои ворота для прихожан в следующем году. Открытие вот нашего храма – это замечательное, значительное событие у нас в городе. Это даже как архитектурный памятник для души. Для каждого человека это для души. Всем городом мы ждем этого события, потому что верим, что когда храм уже запустят и освятят, будет работать, что наш город преобразится, что он будет лучше, чище, потому что это благодать Господня. Мы, как жители города Сорска, благодарны Виктору Михайловичу и правительству Республики Хакасия за то, что они заботятся о Сорске, не забывают. Татьяна Лукуц, Руслан Жолгынов, РТС.